Тебя подвинули эти, да? Да нормально. Красному клубу «Саватис» второго разряда Александр Черкасов. Санкт-Петербург, клуб «Партеры». Синему углу Рамиль Казымов, Ленинградская область, «Саватис» третьего разряда. Санкт-Петербург, клуб «Партерес». 95-го года рождения. За 2,5 года занятий саватом провел 27 боев, одержал 17 побед. Технический разряд «Красная перчатка». Финалист первенства России 2011 года в разделе «Осо». Победитель первенства Санкт-Петербурга этого года в разделе «Комбат». Тренируется под руководством Александра Маркелова. Добрый день, Саша.
Продолжай, вот. Руками давай. Ой, молодец, 4, Краслава. Саша, ну как ты на встречу кидаешь? Я прогибаю. Чего ты стоишь, работай. Вот, продолжай. И руками пошла. Да мудрываться, Саша, нужно ближнее! Зажимай его! Не ломись! Вот! Вот. Хорошо! Все! Хорошо, живот! Давай на живот, не отходи! А так, вот молодец! Вот хорошо! А ручками сделай! А, да, конечно! Хорошо, молодчага! Ногой! Ногой! Руки выше! Руки выше! Руки выше! Хорошо, кожа, молодчага! Все! Саша, по сторонам, не останавливайся на месте. Крути, крути, крути постоянно. Закидывай ножки, вынуй. Руки подними. Зажимай его. Русский вытри. Вытри русский. Сколько раунда, Саша? Он тоже устал. Все засунь ему, нога горбит. Ну, стрельчат, твой молодец. Отрабатывай, отрабатывай, Саша. Хорошо, нога, только тебя сразу ему прямо в шоссе. Обрабатывай руками и ногами. Стоп. Саша, собраться, чуть-чуть осталось. А что тут давно нужно? Центр ринга, встречай, на ножки подержать. В синем углу Рамиль Казымов, Ленинградская область. 96-го года рождения, третий спортивный разряд. Тренируется под руководством Егорова Градусова. Лапсан.
Разногласия в судейских записях 2-1. Победу одержал Рамиль Кадыпов, Ленинградская область.